Приветствую вас, мои дорогие подписчики! С вами Даняша, и я вас приветствую на канале Супер Развлекательный. И сегодня мы будем ботанить. Ботанить в игре «Бой с тенью». Вы готовы к этому ошеломляющему событию? Надеюсь, что готовы. Если да, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Приветики, ребятушки! Смотрите-ка, я опять без гроша, но зато, сейчас вам похвастаюсь, зато я себе кое-что улучшила. Кое-чего. Сейчас скажу, что. Сезон окончен, да, я в этом списке, наверное, там предпоследняя где-то. Ну, я же говорила, я не получаю награду. Чтобы получить награду, нужно заработать 1000 трофеев. Где я вам возьму 1000 трофеев? У вас полный запас ключей. Окей, раз у нас полный запас ключей, значит, мы сегодня опять сможем пойти на какого-то демона. Но это потом. Я себе улучшила кожаную куртку. Крутяк, уже у меня 4-е улучшение. Смотрите, какая защита, 123. Смотрите, какая атака без оружия. Очень неплохо, если у меня кто-то выбьет оружие, я смогу наносить урон 111, а мачете у меня, сейчас покажу, 105 всего лишь наносят. Так я голыми руками быстрее с кем-то справлюсь, чем с этими мачете. Ну, наверное, мне так кажется. Но следующее мы будем собирать улучшения на мачете, чтобы они не отставали от наших рук. Итак, что я хотела вам еще сказать. У меня там остался последний бой в турнире. И я на него специально не шла без вас, потому что думаю, нужно сходить с моими ребятами, чтобы они увидели, как я прошла весь турнир в первом сезоне «Бой с тенью». Итак, у меня уже сложность нормальная, так как я себе улучшила мачете и так как я улучшила себе кожаную куртку. Мы, конечно, можем сейчас так вот сгоряча пойти на турнир и попытать свою удачу. Но я бы такая, что сходила на выживание, подкопила те монетки, которые нам не хватает для улучшения мачете. Улучшила мачете, а тогда уже пошла на турнир. Поэтому не будем говорить, а идем в турнир на выживание. В прошлом видео, если вы помните, я дошла до 10 левела. И прошла его! Приветики, ниндзя! О, вот так с порога и уже критические удары. Какой умница. Эй, ну все, плакали мои надежды на перфект. Хорош, хорош. Пошел мне урон сносить с первого уровня. Эй, ну я, конечно, все понимаю, но мне еще на твоих этих соклановцев идти там. Еще 10 уровней. Мне мое здоровье понадобится. Так, первый ниндзя повержен. Но это было просто, так как он был без оружия. Я, как вы помните, очень не люблю тетку ниндзя. Она такая сумасшедшая. Я не успеваю ее ударять. И вот те времена, когда я ее побеждала, это мне чисто везло. Ну, а вот и перфект. Не заставил себя ждать. Поэтому я с опасением жду ее с ее ножичками. И не приведи, конечно, Господь, чтобы она была на 10 уровне, потому что... потому что тогда мой проигрыш гарантирован. Если она будет на 10 уровне, ребята, ну вы понимаете, да? Это просто будет жесть. Я не выиграю, я просто-напросто этот 10 уровень завалю. Но что мы себя настраиваем на негатив? Она вот будет сейчас 5 или 6. Так что не нужно расстраиваться раньше времени. Итак, ребятушки, давно я вас не спрашивала, как ваши успехи в бой с тенью. До кого вы дошли? Какие у вас там боссы? С кем вы сражаетесь? Мне будет очень интересно, делитесь в комментариях. Потому что пока я вот тут сражаюсь, никак даже не то, что я сражаюсь, я еще не пробовала сражаться. Пока я вот здесь на турнирах с рысью. У вас, наверное, там уже 100-500 уровень, вы уже прошли всех боссов, но делитесь своими впечатлениями в комментарии. Я хоть за вас порадуюсь, пока я как черепаха доползу там до какого-то следующего босса. Хотя, кто знает, может быть, в этой игре я выиграю рысь? Сомневаюсь, конечно, потому что этот противный боссишка
метательным оружием, да еще и с магией, извините меня. А я без метательного, без магии, с этими среднестатистическими мачете. Так что, не знаю, как я буду побеждать рысь. Как вы побеждали рысь? Вы покупали себе, может быть, какое-то специальное оружие или что? Вот как? Как вам удалось победить этого несносного противного босса? Тоже напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Не дай себя ударить, не дай, вот так, нет. А, отскочил. Хей, я тут вообще-то на минуточку настроилась на перфект. Ты мне все домики поломал со своим хардом и со своими прыжками. Получай. Так, мне это очень не нравится. Я уже на каком уровне? На 7-м? Да, я уже на 7-м уровне, а это ниндзя и не пахнет. То, что я опасаюсь. Где же оно? Неужели на 10-м уровне? Ну нет. Я накаркала себе. Теперь вот эта дама у меня с ножичками будет, как вы думаете, на каком уровне? Конечно, на 10-м, потому что Даняша не могла смолчать и не сказала там, что она будет где-то там на 1-м уровне. Да, я же сказала, фух, она не на 10-м, но все равно, она последняя. Ну, конечно, 8-я, в последних рядах. Но, ох, как она хороша, как она хороша, вы только посмотрите, я... Я даже на нее ни разу не напала, она мне снесла уже кто знает чего. Давай вот этим своим градом ударов, пожалуйста, порешай что-то в этой жизни. Не дай ей выиграть, пожалуйста, нет. Еще чуть-чуть, еще! Поймала меня внизу, противная. Фух, есть, ее прошли. Кто же там будет следующий? Интересно, кто мне попадется на 10-м. Я забыла следить за оружием, чего еще не было. Так, дубинки вроде были... Кто там еще был? Меч был, ножички были. Не успела First Strike ему запилить. Еще я не люблю вот этого. Он слишком быстро махает своими этими штучками, как их зовут. Кастетами, во. Да у него еще они какие-то необычные, какие-то остренькие, как когти. Ну, нельзя было еще посидеть там внизу, пока он прыгнул. Нельзя. Вот, смотрите, пока я замахиваюсь мачете... О, неплохо уже чего-то. Он мне наносит град ударов. Эй, оставь мне что-то на 10-й уровень, противный ты ниндзюшка. Так, еще разочек. Ух ты, я пошла назад. Он пошел вперед, и я выиграла. Итак, идем на 10-й уровень. Кто у нас тут будет на 10-м уровне? Да, как-то я упустила тот момент, что моего-то оружия еще не было. И смотрите, я пошла против него градом ударов. Он пошел, но почему-то я его ни разу не ударила, а он ударил меня все 3 раза. Нет, нет, нет! Вау! Есть, хэт-хит. Перекатился, какой молодец. Вот это да! Как он меня там поймал внизу? Я не знаю, я жму очень быстро. Но пока я жму, он меня побеждает. Да нас всех. Хоть до 9-го уровня прошла. Все. Эх, ну до 10-го мы не прошли, но ничего, нам повезет в каком-то другом туре. Но зато у нас теперь есть 900 монет, которые мы можем очень с умом потратить на мачете. Чтобы уже со спокойненькой душой пойти, куда мы там хотели? На последний уровень турнира. И пока у нас улучшается мачете,
хорошей традиции мы идем на дуэль. В прошлый раз мне попались нунчаки, они такие крутые. Я теперь так сожалею, что я тогда не пошла на того злодея, который меня вызывал. Помните, я отказалась. И теперь у меня вообще нет возможности получить эти нунчаки. Короче. Мачете. Как неожиданно. Критический, first strike и second strike. И вниз. Есть. Мы перешли на хард. Эй! Хоть какой-то град ударов у нас работал. Так, уходи. Нет. О, а где наша маска? Ребятушки, у нас, походу, змеиная масочка. Что это за прикол? Что меня все ловят, когда я вниз ухожу? На! Проскользил. Ой, я только что поскользила. Есть! Я победила. И вот мне совсем чуточку осталось до брутального стиля. Но нет. И так хорошо. Чик. Какие ножички. Так, вниз мы идем. Хорош, вот. О, комбочку запилил. Какая лапочка. Так, давай. А что это у него уже хард? Так, это какая-то несправедливая игра. Почему у моих противников быстрее растет уровень стиля сражения? Почему? Так нечестно. Я ему тоже много наношу ударов. Но что-то я не вижу, чтобы у меня там хотя бы... Ну, уже, конечно, появился. Ну, нужно было же град ударов. Вот так. Еще раз. Ха! И все равно чуточка осталась. Но нет, я победила. Даже против брутального ниндзи я со своим хардом, который я получила почти на последних секундах, я все равно победила. Вот так вот. Все, 620 монет заработали. Наши мачете улучшились, да, я надеюсь? Да, улучшились. И мы можем приспокойненько идти на последний уровень турнира. Ребятушки, ох, изверг. Не нравится он мне совершенно. Еще и с конусной шляпой. Конечно. Как-то ты это того. Подулучшился с нашего последнего сражения. Ну вот, смотрите, да, я ему, он сколько уже ударов нанесла. А у меня, вот, смотрите, он меня только начал бить, и у него уже хард. А я его сколько лупила на начале игры. И ничего. Даже харда нет. Я в шоке просто. Конечно, уже он брутальный. Изверг, чтоб его. Угу, получай. Ах, нельзя было к нему так близко подходить. Вниз иди. И теперь вниз. И теперь отпрыгивай от него. На! Получай по своей конусной шляпе. Противный. Добивал меня, пока я лежала. Угу. Ну вот, смотрите, я же неплохо сражаюсь. Почему у меня даже не брутальный? А вот все, хард. Ребята, это было нечто. Вы видели, сколько у меня здоровья осталось? Я буквально себе на последних секундочках выбила победу. Смотрите, это все неспроста. Они знают, когда у меня кобра, и тогда убегают. Как они делают вот этот такой удар, как бы косой?
О, наконец-то у меня хард появился. Все, оценили меня по достоинству. Давай, лови его. Есть. Поймалось. И давай. На. Угу. Уже замахнул. Попал. И теперь вниз удар. И еще раз ногой. Комбо. И давай, как он нас. Угу, так и мы его. Угу, дружочек, думал, только ты можешь играть не по-честному. Есть. И теперь. И нужно было град ударов. Вау! Есть. Я прошла весь турнир. Еще и с первого раза. Вот, с первого раза прошла турнир. И заработала только одну эту крутящуюся... Короче, эту зеленую штучку. 1230. Неплохо. И все, да? Турнир у нас сейчас будет закрыт, да? Или уже какая-то новая стадия? Есть, я выполнила весь турнир. Вот это я крутая. О, молодец какая. Ребятушки, если вы за меня рады, вы знаете, что делать. О, так, мы теперь можем и улучшить себе шлем. Улучшить. Аж 3 минутки. А, не хватит нам, да, на мочи? А, нет, и на мочи-то хватит. Крутяк. Все, мы поставили себе улучшать шлем. Мы поставили себе улучшать мачете. И вот уже через 3 минуточки состоится поединок Даняши с рысью. Не знаю, что меня там ждет. Позор или слава. Но нужно пробовать, а то я уже прошла весь турнир. Выживание мне уже не интересно, потому что я дохожу до последнего уровня. В дуэльках, конечно, тоже интересно. Но есть у меня еще одна задача. Нужно как-то собраться с духом и пойти на этого мегалита. Сейчас вот мы все улучшим. Пойдем попробуем сходить на рысь. И если у нас там будет удачно все, ну или неудачно, уже как получится. О, выиграть турнир в одной провинции. Они дают очень мало монет. То есть не монет, а алмазиков. За весь турнир могли бы хотя бы дать, ну я не знаю, 10 алмазов. Это ж турнир. 24 сражения, в которых я победила. Эх, очень сложно и тяжко мне там побеждалось в этих турнирах. Но я старалась, я победила. Они мне теперь дают так мало монет. Все, смотрите, у меня больше ничего нет. Ритуальная маска. А ну, примерим. Вы только посмотрите на него, какой смешной. Да, хотела бы я на тебя посмотреть, как ты будешь с этой маской сражаться. Змеиная маска. Но она дает какое-то умение. Да, восстановление здоровья. О, мачете уже наши улучшились. А змеиная маска, там что-то к урону, да? Каждый пропущенный удар. Да, но она крутая, конечно. Ну ничего, мой шлемик тоже очень неплох. Сейчас вон тут 30 секундочек осталось, и мы улучшим. Да ну и пусть у него отсутствуют свойства. Ну и пусть. Зато он хорош. Вот я сейчас скоро пройду рысь и перейду на новый уровень. И у меня там будет какой-то следующий босс. Мы сейчас посмотрим, какой. Заходим на карту. О, так долго. Поднимаемся вверх и идем сюда. Отшельник. И потом у меня будет отшельник. И там же у меня откроется метательное оружие. Воу-воу! Так, все. Ребятушки, у нас все улучшилось, и пришло время X. Мы идем на рысь. Мне страшно. Мне очень страшно, что сейчас будет. Смотрите, какой он с когтями, как у росомахи. Нужно его было росомахой назвать, а не рысью. Дышите.
Ох, сейчас будет эпик. Эпик фейл или эпик... О, смотрите, какие когти. Его еще и нужно 3 раза победить. 3 раза. Тут хотя бы 1 раз его победить. Они просят, давай-ка 3 раза. А немного ли вы хотите? Скажите спасибо, если я его хотя бы раз выиграю. О-о-о. Критически мне запилил. Но зато я большая молодец, что улучшила себе броню. Смотрите, как у меня медленно сползает ХП. У него, правда, тоже медленно. Но меня радует, что у меня тоже оно медленно сползает. У меня хоть какой-то шанс появился. Так, у меня уже хард, у него уже хард. И мы теперь... Нет, 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 нет! О, чего это он сделал? И вниз, 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 вниз! Так, поймали его. И еще раз вниз, вниз, вниз! Ну, 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 вверх, вверх! А-а-а, ребята, я сейчас взорвусь! Он мне бомбу подложил! Это нечестно! Получай! Есть! Первая победа за мной! Извините, что я так сильно кричу, но я очень нервничаю. Это же рысь! Последний босс! Если я у него сейчас выиграю, то, может быть, мне не нужно будет с ним сражаться 3-й раз. Ну, как бы, зачем, если... Оружие метательное! Вышло! Нашел! Невидимый стал! Что? Я не знаю, с кем я сражаюсь. Он невидимый стал! Невидимый! Этим бомбам, но нет.
очень нечестно. Где он? С какой стороны? Я без понятия, ребятушки. Вот он с какой стороны. Ужас. Просто ужас. Я уже так обрадовалась, что я его два раза победила. Опять бомбу подложил. Это нечестно. Я вот сейчас обижусь на эту игру и больше сюда заходить не буду. О, ну, это просто, ну, без шансов. Это чисто на везение. Потому что, ну, даже если ты умеешь сражаться, как ты будешь сражаться против бомбы, которую никак нельзя ни отключить, ни заблокировать, ничего? Нет, чтобы сделать какую-то комбинацию движений, при которой ты можешь, например, прыгнуть, да? Прыгнуть, и тогда, например, бомба не активирована. Ну, смотрите просто, я сейчас проиграю. Потому что мало то, что он невидимый, он бросается метательным оружием. Это жестко. Очень жестко. У меня сейчас просто нет шансов никаких. Вниз. Да, вот сейчас я взорвусь на бомбе и все. Если вы думали, что сейчас после этого поражения я пойду на него еще раз, то нет. Я заявляю, что эта игра нечестная, и не пойду я больше на него. Это... Я себе сколько всего улучшала. Я улучшала себе мачете, улучшала броню. Но против бомб, против невидимых... Бомбы это раз, невидимость это два, метательное оружие это три. Это при том, на минуточку, что у него есть обычное оружие. 4 против 1. У меня одно оружие, то, что у меня в руках, и все. Поэтому, ребятушки, спасибо, что посмотрели это видео. Если вы хотите, чтобы я все-таки на него пошла, мне нужна ваша поддержка, потому что все, я потеряла вообще веру в себя, веру в свои силы, веру в эту игру. Поэтому поддержите меня, напишите мне какие-то советы, как сражаться против этого рыси дурацкого. Я буду ждать. До свидания, мои хорошие подписчики. До новых встреч. Всем любви.